Elohim lifnei milchamai modian amar le Moshe. Прежде чем Израиль воевал с мадианитянами, Бог сказал Моше. Бецем ахареш нецех отам тамут. Тамут. Ата тамут. Он сказал, что ты умрешь, ты не войдешь в землю. Кахареш ата тинецех от мадиам тамут. Ты сначала победишь мадиан, и потом пойдешь, приложишься к отцам своим. Веам Исраэль мамаш пахад мя милазу. И народ Израиля был в страхе от этих слов. Веанахну карану квар ба сефер ба мидбар. И мы уже читали в книге чисел. Мисхак милим умерет лану шам. И там есть игра слов. Ше умерет лану. Которая говорит. Ше ихриху хаялим лалехет ле милхама. Что просто понудили воинов идти на войну, они боялись. Они боялись, потому что после того, как только они победят в этой войне, и Бог заберет Моше. И вот они победили. И вот, по всей видимости, мы видим последние дни Моше. И он стоит пред народом Израиля. И мы знаем, как он умер. Он не был болен, он не был под капельницей. Он просто пошел в то место, куда Бог указал ему идти, улегся и умер. И дай Бог каждому из нас. Но... זה כמה ימים לפני. Но это вот то, что о чем мы говорим, это несколько дней прежде того. ועם מקשיב לו. И народ прислушивается к каждому его слову. וארגשה שזה בעצם הכרזת ירושה. И вот он чувствует, что речь идет о том, что Моше провозглашает завещание. אז בעצם כשבן אדם הולך למות ומקשיבים לו. Это так бывает, когда видят, что человек ото-то приложится к отцам своим, очень внимательно слушают его. И не перебивают его, просто понимают, что это последние слова. И это время, когда говорят напрямую, уже не дипломатии уже здесь нет. Ты уже не боишься как-то обидеть или ранить ребенка своего или там своего внука. Ты хочешь передать ему что-то очень важное. А так кварлё умер улай тавхид башимуш. Алкоголь. Ты уже не говоришь ему, ну, я не знаю, может быть, тебе подумать о том, чтобы снизить дозу алкоголя или как-то. А так варумер, а ты алкоголист, а всико тамут. А ты ему говоришь прямо, ты алкоголик, сын мой. Знаешь, что ты просто помрешь, если ты будешь продолжать с этим. А ты мы виним это Евдель, кен? Ну, понимаете, о чем речь. Веабенадам бецада шини умед, веугам ло митнагеду, улор оцени боаба, ище олехламут. Человек, который прислушивается к последним словам, он понимает, что это что-то очень важное, он не перебивает, он действительно слушает. Аз еш канирешней дварим, шем токфим эт Моше бифним. И вот есть две вещи, как, по всей вероятности, которые атаковали Моше изнутри. Аз давар эхад у ая умер. Одна, то, что он говорит. Бизбазну бамаком азе арбаим шана. Вот мы 40 лет просто прошлындерили на этом месте. Барусит умрим профукали. Найдешь, прошлындерли, но мне кажется, ладно, красивее. Ладно. Умер лама безбазну змана зеба мидбар. Ну почему мы профукали? Ефе? В шар, хад, пам хад. Столько времени на этом месте. Мецачни умер лама они. Они родители конесли шамова, а не лених нас. А вторая вещь. Ну я-то тут при чем? Я же был правильный отличник, я хотел войти. Аваль. Мидбарер. Но выясняется. Веанахну эдим ледаваразе. И мы свидетели тому. Ше калиот хахам ахарей. Что очень легко быть мудрым задним числом. Ве
Есть кэзэ битуй, тилмад аль таойот шел мишу. И есть такое выражение: учись лучше на ошибках других. Аваль мидбарер ше гам анахну осим ота таойот. Но выясняется, что мы сами делаем те же самые ошибки. Вепо ани роце лаагид бамиухад лехевре шем цейрим мемени. И здесь я хочу сказать... ты что, собрался... Ло. Дихляло. Не подумайте ничего такого. Но я хочу обратиться к более молодым в сравнении с... Бавакаша. Пожалуйста. Тельмиду митауйот шелану. Пожалуйста. Учитесь из наших ошибок. ואנחנו לא רוצים לפגוע בכם ובחופש שלכם. И у нас нет намерения как-то навредить вам или ограничить вашу свободу. לפעמים צעירים הם חושבים. И иногда молодые думают так. לפעמים. Иногда. מה, אתה כבר בן 50? Думает, да ты чё? Тебе уже 50, да старики вообще не живут. Ло-ло-ло, а та бен хамишим, а та мувин машу бихлял. Ты уже вообще ничего не понимаешь, тебе уже 50, ну. За нахну, рак бейцефер сиямну, эт коля еда, эт коля нисайон мулей. Вот мы только что закончили школу, вся новейшая информация, мы знаем, что надо. А нахну ло рак ламадну эдзе. Мы не только выучили это. Гам таину батауйот шелахем. Мы уже ошиблись вашими ошибками. Вани руце лагит шув лехевре цаирим. Я еще раз хочу сказать молодым ребятам. Аль тизельзелу дор хадаш. Не... Аль тизельзелу дор... дор ватик, стиха. Не пренебрегайте опытом прежде вас и бывшего поколения. Таким же образом, как и мы в свое время пренебрегали нашими родителями. То есть ты думаешь, что они такие да, или такие все равно сделают по-своему? Да, я думаю, что все-таки они будут немножко мудрее, чем мы были. Я даже записал там на моих листках. Молитесь той молитвой, которой научил нас молиться апостол Павел. И он сказал так: сохрани нас. И сделай для нас больше, чем мы можем себе представить, думать или ожидать. Окей, עכשיו אני הולך לפרשת שבוע. И сейчас я хочу обратиться к недельному чтению. והכנתי שלושה שיעורים. И три урока я приготовил. וראשון, первый, חשוב לזכור נקודות חשובות בחיינו. Очень важно помнить какие-то определяющие моменты в нашей жизни. וגם וגם תמיד לעזור לאלה ששלחה. И также всегда помогать тем, которые твои вместе с тобой. עכשיו אני רוצה לדבר. Хочу поговорить об этом. אז הנה בפסוק 4 בפרק ראשון. В первой главе, 4 стих. ושירלי, אולי את יכולה לקרוא, להזכיר לנו על מה מדובר כאן בעברית? И Ширли прочитает на иврите это. Эле дварим ашер дибер Моше эт кол Исраэль бевер ярден бамидбар баарава мул суф бен Пааран у бен Тофал. Четвертый стих. Ахре акото эт Сихон мелех Аэмори ашер йошев бехешбон вэт Ог мелех Абасан ашер йошев беасторот беэдреи. ובעבר הירדן בארץ מואב הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור. Спасибо. אז רבים מאיתנו כשאנחנו קוראים טקסט הזה, и вот многие из нас, когда мы читаем этот текст, בשבילנו זה כמו ספר טלפוני. Для нас это как справочник телефонный. Сихон, Ог. Сифон, Ог. Сихон, Сихон. Сихон. Не Сифон. Сифон нет, Сихон. О, Сихон ве Ог. Ог. Сихон
0475-327-01. Ну, почему мы относимся как к книге телефонов? Потому что мы не представляем, о чем, о ком речь. Но в Талмуде и в Мидрашах написано. Есть специальные рассказы про этих ребят. И понятно, что мы можем с большим таким сомнением относиться ко всем этим рассказам. Но на самом деле, когда сегодня я читаю сегодняшние газеты, то у меня гораздо больше сомнений вызывают они, чем вот эти предания, которые дошли до нас и записаны в Талмуде. Анаким. Великаны. Анахну бакоши мавиним мазе. Мы не очень понимаем, что это. Цухаким альзе. Мы смеемся. Аваль гам Ог, гам Сихон и маю анаким. Но и Ог, и Сихон были великанами. Ани акшав хазарти ми Бразиль. И я вернулся из Бразилии. Аваль батиса ле Бразиль. Но по дороге туда... Тасти дерех Лондон. Я летел через Лондон. Ваматос шили итакев. И мой самолет задерживался. Вабритиш Эйр. Бритиш Эйр. Натнули малон ба Лондон. Дали мне гостиницу, чтобы я с удобством подождал. Ваяли бен матос ле матос машук мой срым ве арба шаот. Ой, и у меня примерно сутки были между рейсами. Азалахте ле Лондон. Так что я пошел и прогулялся себе по Лондону. И мне удалось посетить музеи, очень красивые места. И вот я захожу в один музей. И там выставка кухонных всяких принадлежностей, инструментов, всяких посуды, которую использовали לאנשים של גובה שונה. Люди разных размеров, то есть разные. Гова шоне. Разных размеров люди использовали разную посуду. Видите, гномики одну посуду. Бедюк. А за яшам шулхан. И там был стол. А за яшам давар казе. И вот такой кувшинчик был там. Легодель шелану. Примерно нашего размера, можно себе представить? Машу доме легодель шел анашим багова улай шалош вахэти метр. И это как бы можно было соотнести с людьми примерно 3.5 метра. Ваяшам от клей, клей. И аналогичная посуда была. Легова шел анашим они цофеши за свив 5 метр. И я думаю, что это примерно для людей, ну, 5-метровой высоты. אני לקחתי פלאפון. Я взял телефон. עמדתי ליד דבר הזה. Я встал перед этим делом. לא ידעתי איך לעשות השוואה וצילמתי. Я не знал, как сделать так, чтобы было видно вот их сравнение. אז חבר'ה שם באלביון. И вот на Альбионе, ребята. הם שותים תה עם חלב. Они пьют чай с молоком. אז תמיד על השולחן שמים, לא יודע, как чай? Соусник, молочник. 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 Кли халав казе катан. И на столе всегда ставят молочник, маленький кувшинчик с молоком. Шесами мозгим мешама халав литоха тей. И в чай добавляют из этого кувшинчика молоко. Аз эхада кли азе я багодель казе нормали. И один такой кувшинчик был нормального размера, примерно такого. Эхад казе. Один примерно вот такого. Эхад казе. Один был вот такого. Аз рахти дамьену. Просто представьте себе. Ше анак. Великан. 5 or 4 meters. אנחנו מסתכלים סרטים. לפעמים אנחנו מסתכלים סרטים. Мы иногда видим в фильмах вот этих ребят 4-5 метров высотой. Бли акбалат коах. Они в сравнении с нами просто у них бесконечная сила. ועם ישראל אמור, אמור לנצח אותם. И вот народ Израиля должен был их победить. ותנח נותן לנו אפילו גודל של מיטה של אוג. И вот Писание дает нам описание. Библия, Тора дает нам описание размеров кровати ложа Ога. Арба вахети аль метр шишим.
4.5 метра на 1.60 метра. А коли хевраэле аю анакиим. И эти ребята были великаны. Векша мираглим шелану бапама решена лифне 40 шана. И вот впервые, когда 40 лет тому назад, когда ребят, наши разведчики. Аз им амру, анахну маргишим этот смейн мулам кмо саранча. Кмо намалим. Помните, когда они жаловались за в страхе, что мы чувствуем себя как саранча перед великанами. И вот мы понимаем, что вот у нас есть дети, и они вот такой величины, и они могут что-то поднять. Но в сравнении с ними, ты человек, в котором есть доброго веса 80 или 90 килограмм, сколько ты можешь в сравнении с ними поднять? А этот великан, который весит, я не знаю, 400 или полтонны вообще? Есть сипур. Есть рассказ. Титус. Император Титус. Кшеу каваш Иерусалим. Ну, он тогда еще не был императором. Он завоевал Иерусалим. Веу бикеш лавило шариот шела хахамей бейта мигдаш, миши нишар бахаим. Остатки там мудрецов. Он приказал собрать перед ним всех, кто остался из мудрецов еврейских. Он говорит, что мой Бог, он сильнее вашего Бога. И вот один из мудрецов сказал ему: пойдем, Тит, я тебе что-то покажу. И он привел его возле Иерусалима в одну пещеру. И он показал ему останки человека, который был примерно 6 или 7 метров в длину. Это, он говорит, вот это, аморей. И когда Бог был с нами, наш Бог, мы их победили. Но когда мы согрешили, то есть ты не победил нашего Бога, потому что нашего Бога нет с нами. И вот подобные рассказы мы читаем во всей Библии. И с 6 главы книги Бытия мы начинаем этот рассказ. И там написано: сыны Божьи, они, им понравились жены земные, человеческие. Есть такое толкование, что сыны Божьи — это сыны из поколений Сифа, сына Адамова, который родился ему вместо Авеля. Но большая часть толкователей говорит о том, что это были ангелы Всевышнего. Малахей Шарет, служебные ангелы, сукшел малахим. Это один из видов ангелов. И они спустились на землю. И другие говорят: ну как это можно понимать? Иешуа говорит так, что когда мы будем на небе, то мы будем подобны ангелам, которые не женятся и не берут замуж. И он был прав. Здесь очень простое объяснение. Когда вы поднимаетесь туда, в гости на небо, вы начинаете действовать по небесным законам. А когда они спускаются на землю, они уподобляются нам.
В музеях. И в музеях есть как черепок на иврите. Гальголот шела яцурим. В музеях мы можем видеть черепа каких-то созданий. Шезе батуах ло бне адам. Которые абсолютно точно не человеки, очень большие черепа. В интернете это можно найти. Бакицер. Короче. Аза ю нефалим, коримо там нефалим. Тогда их звали нефалимы. Шеем шигу это арец. Которые просто свели с ума эту землю. Ве итмала арец хамас. И земля наполнилась грехом. Ве аз элухим махак это коль. И Бог был вынужден просто стереть всех с лица земли. Есть битуим баеврит кмо, коль арец шина дарка. И там есть выражение, подобное тому, вся земля изменила пути свои. И в Шарлавину там балашона модерни. И современным языком, если говорить, то можно понять так. Канире аялем яхолет лашпия аля генетика. Возможно, мы видим то, что происходит сейчас. Возможно, у них была такая возможность изменять генетический состав. И эти вот то, что получалось у них, вот эти вот создания, они были настолько злы, что это было невозможно исправить. Он вынужден был просто их стереть с лица земли. И Талмуд и Мидраши говорят, что яхад им шмоне иш, то, что вместе с восьмью людьми, которые поместились в ковчеге Ноаха, каким-то образом спаслись также и некоторые из нефалимов. Есть разные всякие объяснения. И говорят то, что Ог и Сихон, это они были как бы двоюродными. Мы встречаем в Библии позже и Голиафа, и подобных ему. Я не знаю, почему они исчезли. Но Писание говорят нам, что еще во времена Авраама, а тем зухрим Авраам итпалег мелот. Вы помните, Авраам отделился от Лота. Велот алах лагур эйфу шездом. И Лот поселился в области Содома. Вейом эхад. Вейом эхад. Однажды. Шней малахим. Два ангела. Два царя. Яцу ба милхама негет хамиша малахим. Два царя вышли против пяти царей других в этом районе. И они победили их. И захватили все их имущество и вместе с Лотом увели с собой. И мишу ба веамар ле Авраам. А коров мишпалха шелха бешеви. И вот приходит к Аврааму и сообщает ему: твой родственник попал в плен. Азлифи мидрашим азе, шенуцаль ваамар ле Авраам за я ог. И вот мидраши говорят, что тот, кто сообщил Аврааму эту плохую новость, был Ог. Аз мани роцели сапер по. Что я хочу рассказать? Квуцот шела анашим ницху эта анаким. Вот были люди, которые победили этих великанов. Вэм гам тавсу эт лот. И они захватили вместе и Лота тоже. Яхас бен Авраам ве Лот ло ая хи тов. И отношения между Авраамом и Лотом не были самые идеальные. Авалу ая коров мишпаха шело. Но они были все-таки родственники. Аз брешит омер лану. И вот Бытие говорит нам, ше Авраам лаках и то шлошмет ве шмуна эсре иш. Авраам берет 300 человек. Шлошмет ве шмуна эсре. И 18 еще вдобавок. Ше аю ба эцем хелек ме эле ше итхабру элав.
Это были те, которые присоединились к нему, его люди, короче. Веу радав ахарей шне малахим аминацхим аэле. И вот он преследует этих двух царей, которые победили других царей. Ве мишахререт лот ве аколь. И он освобождает Лода и всех, кого вы захватили в плен. Ма не ратити лацбия кан. На что я хочу указать здесь? Улай еш лаха коров мишпаха. Может быть, у тебя есть родственник. О! Китвей кодеш омер шанахну ки кигила катув баэгерет ле галатим. Или описание говорят в послании галатам. Ше тимаэр ласот тов ле кулям ба миухат ле эле шем шелха. Спеши делать доброе всем, особенно тем, кто твои. Шелха ли фи имуна. По вере. Они руце ла гидлану. Я хочу сказать всем нам, иногда мы хотим быть хорошими и добрыми всем голодающим в Африке. И всех задобрить. Но примеры Писания говорят, несмотря на все сложности, может быть, даже великанов, или больших, великих проблем, будьте верными прежде всего своим повере. Это Писание так говорит. И тогда будете благословенны. Поддерживать. Может быть, одолжить денег, но тогда не жди, что тебе вернут. Зелю Амарти. Это Зелю Амарти. Ну. Лю Амарти это Зе. Улайля, вот это Кесев. Короче, суди деньги и запиши как следует. Улай, это царых логичи, бенадаму се штует. Может быть, иногда тебе надо сказать, набраться смелости и сказать, парень, ты делаешь глупости. Ве атаке коров мишпаха, улай это тишама. И может быть ты как член семьи, тебя будут слушать так в полуха. Аваль за ахраюд шелха. Но это твоя ответственность. Зе элухи. Это божественное установление. Зе мишамаем. Это с небес. Бигаль зе катув. И из-за этого написано. Зе нолад зе, везе нолад зе. Этот родил этого, этот родил этого, этот родил этого. Ве умнам шанахну. И несмотря на то, что мы размножились, и вся земля покрыта человеками, но семья или большая семья, община, это очень важно. И очень важно поддерживать один другого. Вы со мной? Окей. Это Писание. Акшав шиур шини. Второй урок. ושירלי, אם את יכולה לעזור לי לקרוא. Ширли, прочитай, пожалуйста. Перек решен ба сефер дварим. Первая глава книги чисел. Пасук шмоне мешмоне отцов швайсре. С восьмого до конца. Отцов шмонайсре. От с восьмого до конца восемнадцатого. ראה, נתתי לפניכם את הארץ. בואו ורשו את הארץ אשר נשבע אדוני לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם ולזרעם אחריהם. ואומר אליכם, בעת ההיא, לאמור, לא אוכל לבדיס את אתכם. אדוני אלוהיכם, הרבה אתכם, והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. אדוני אלוהי אבותיכם, יוסף עליכם ככם אלף פעמים, ואברך אתכם כאשר דיבר לכם. איכה אשא לבדי תרככם ומסרכם וריבכם. הבו לכם אנשים חכמים ונבונים, וידועים לשבטיכם ואשימם בראשיכם. ותענו אותי ותאמרו, טוב הדבר אשר דיברת לעשות. ואקח את ראשי שבטיכם, אנשים חכמים וידועים, ויתן אותם ראשים עליכם, שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמישים ושרי עשרות, ושוטרים לשבטיכם. ואצווה את שופטיכם בעת ההיא לאמור, שמוע בין אחיכם ושפטתם
צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו. לא תכירו פנים במשפט, כקטון כגדול תשמעון. לא תגורו מפני איש, כי המשפט לאלוהים הוא. והדבר אשר יקשה מכם, תקרבון אליי ושמעתיו, ואצווה אתכם בעת ההיא את כל הדברים אשר תעשון. ואני קורא את זה ברוסית, סמטרי ידל פריד ומי זמלו, идите владейте землей, о которой я клялся отцам вашим, Аврааму, Исхаку, Якову и потомству их после них. И сказал я вам в ту пору, не могу я носить вас. Господь вас, Бог, приумножил, и вот вы сегодня, как звезды небесные. Тискиро это битуэзе. Звезды небесные. Запомните это выражение. И взял я глав ваших колен, мужей мудрых и известных, и поставил я их вам над вами, тысячниками, сотниками, десятниками, смотрителями, поколениями. Назначил вам судей, выслушивайте братьев ваших и творите суд праведно между человеком и братом его и пришельцем. Не лицеприятствуйте в суде на малое и большое, выслушайте, не спрашивайте никого, ибо суд есть Божий. А какое дело слишком сложно, приходите ко мне, я выслушаю вас и заповедал вам в ту пору, как все исполнять. Затворим от Арциим. Это что-то очень земное, практические вещи какие-то. Веу пишу пашут умер ле амше макшив ле Моше милим. И вот Моше говорит народу, который его слушает. Умер лем атем и трабатим кмо кохавей шамаем. Он говорит так, вы размножились подобно звезды на небе. Кама мимхем зухрим мазе акида. Кто из вас помнит, что такое акида, понятие акида? Лёзухрим. Акида. Ну. Акида тецхак, нахон. Акида тецхак. Атем зухрим, кше Элухим нисает Авраам. Вы помните, Бог искушал Авраама. Векше Авраам авар это питуязе. И когда Авраам прошел через это испытание. Нижба Элухим эл Авраам. Бог клялся Аврааму. Кодем кол а мусагазе. Элохим боре хаколь нижба лебен адам зе бихляль юце мин акляль. Первое, сам факт, само понятие, что Бог, сотворивший небо и землю и все вокруг, Он клянется человеку. ואנחנו זוכרים עוד בזמנו שאברהם היה רק עם שרה עוד לא היו לו ילדים. И мы помним еще в те времена, когда у Авраама не было детей, они были с Сарой бездетными. Элохим амар ло. Юлиха Еладим. И Бог сказал ему, у тебя таки да будут дети. Ве по бак ашпа, ашпа, ашпа зоти умерло, хозерло, ве умер. И вот в сравнении, в этом сравнении он обращает его внимание. А та ти траба. Ты размножишься. Ве Еладеха юкмо кохавей шамаем, ве кехоль. И число детей твоих будет подобно звездам на небе и песку на берегу моря. Здесь мы можем видеть, что Бог обещает ему два вида детей. סוג אחד כמו כוכבים בשמיים. И одни подобные звездам на небесах. ואחרים כמו חול בשפת הים. И другие подобны песку на берегу моря. אומרים בתיאוריה. Теоретики говорят так. שכוכבים, כמות כוכבים הרבה יותר מכמות של חול בים. למדתי משהו. לא, זה תיאורטי אומרים ככה. Теоретически число звезд превышает число песчинок на берегу моря. Каха умрим. Ну, так говорят. Они ло маамин базе. Я в это не верю. Они маамин маше инаем шелируим. Я верю тому, что мои глаза видят. Вы кому чела кохавим? И я вижу, ну, тут и там звезды. Афилук шата самалех цмеха мишкафей. Ультра, ультразе, адайн, а камучила холь арбеютерме, камучила кохавим. Особенные специальные очки одеваешь и смотришь внимательно на небо, все равно тебе кажется, что звезд гораздо меньше, чем песка, вот, который под твоими ногами. Велифи дати камут ягудим ба улам пахот,
מכמות של אלה שבני אברהם אבל הם לא יהודים. И на мой взгляд, количество евреев гораздо меньше других сынов Авраама, которые не евреи. И אנחנו יודעים שיש לו מלא בנים לאברהם דרך ישוע משיח. И мы знаем, что через Иешуа Мессию Авраам имеет множество детей. אבל פה כתוב תהיו כמו כוכבי שמיים. Будьте как звезды небесные. וכתוב בבראשית, и בתהי написано, כשאלוהים ברא שמיים וארץ, когда Бог сотворил небо и землю, ביום נדמה לי שלישי, кажется в третий день, הוא ברא מאורי האש גדול וקטן, он создал светило великое и малое, כתוב, אנחנו יודעים מה שמם, написано, их имена написаны, וכתוב, וכוכבים, и дальше написано звезды. Ларот зманим. Для указания времен. Азлорак шемеш в ярех элегам кохавим марим лану зманим. Не только солнце и луна, но также и звезды участвуют в этом, вот в этих часах, которые указывают на времена. Азбецем ам Исраэль гам миурав бларот зманим лекол аулам. И тут вот подобно звездам народ Израиля также вовлечен вот в этот механизм часовой, который показывает народам мира времена и сроки. И в следующем стихе написано: и наследуйте эту землю, возьмите это в себе в наследство. И это взять в наследство, это происходит от слова глава. לקחת בבעלות ולנהל. Взять во владение и управлять этим. ובאותה Сефер Дварим, Баперех Шлушим Бештайм. И в этой книге чисел, в главе 32. Моше умер лям Исраэль. Моше говорит Израиль. Лифи камут бне Исраэль самти гвулот лямим. По числу сынов Израилевых я распределил границы народам. Зе умер. Это говорит о том, что им ам Исраэль хай ба эрец азот. Что если народ Израиля живет в этой земле, которую Бог обещал от его отца, и открыт для Бога, он становится указателем для всех народов, ну, подобно как голова, которая... ואני עכשיו לא מדבר על גאווה לאומית, אני לא מדבר על זה. Я сейчас не говорю о национальной гордости или каких-то вот таких вещах. כי ידוע שכמות יהודים שתפסו את הפרסי נובל וכל מיני דברים, הרבה יותר באחוזים מכל העמים. Мы не будем вспоминать процентное отношение нобелевских лауреатов среди сынов Израиля в сравнении с другими народами, мы не будем об этом говорить. Мы говорим о духовных вещах. И мы очень далеки от того места, о котором я только что сказал. И здесь написано: поставьте во главе своей страны анашим яшарим, людей прямых, хахамим, мудрых, и мирата донай, со страхом Бога. Кама мимхем шаматем мила ба иврит мишкан. Вы многие, наверное, слышали мишкан на иврите, да? Мишама мила мишкан. Ешам милим ба иврит мем, шин, ку, каф, венун. И в это слово мишкан составляет мем, шин, каф и нун, буквы. Зерашейти вот шела милим. Это первые буквы слов. Мелех, царь, шофет, судья, коген, священник, венви и пророк. Баэцем, им анахну малбишим это милима эле аль Иешуа. И если все это
мы прикладываем к Ишуа. Азеу. То есть мы видим это все в нем. Аваль зе байняна рухани. Но это имеется в виду духовный смысл. Ки алав мидубар мелех амлахим, у амар ани бати лишпот эт кулам. Потому что о нем написано, что он царь царей, он сам говорит, что я пришел судить эту землю. Катув алав шиу коген шел кигуна хадаша. Написано о нем, что он новый священник, первосвященник нового священства. Веневи шел эра зман хадаш, брит хадаша, неви дерех. И он пророк, который указывает новый путь, новый завет. Неви мимила лави, ладрих. Этот пророк от слова указывать и направлять. Аваль гам по анахну руим ремез аль машу мамаш. Арци, пашут. Но здесь мы видим о каких-то о простых вещах разговор. И вот мы сталкиваемся вновь с предвыборной кампанией. Биби, Ганс, Зе. Эдмилифхор. Кого выбрать? Биби, Ганс, Лапида, кого? В этом юдима, китвей кодеш. Нотним лану характеристика хезбер меот пашут. И вы знаете, писание очень ясно говорят, кого выбрать. Ванахну пашут цирхим ли истакель ми и тром ютер. И мы должны просто смотреть на того, кто больше пожертвует. Ле арбага дварим. Кто больше соответствует вот этим четырем ле арбага дварим шани агидак шав. Четырем вещам, о которых я сейчас скажу. Битахон. Безопасность. А рама това бе офен социали, а нашим хаим беседер. Социальная справедливость. Хофеш ле битуй эмуна бе Машиах Иешуа. Свобода выражения веры, в том числе для мессианских евреев. Ведавар ревии алия. И тот, который будет заботиться о новых репатриантах, об алие. И может быть вы не думали об этих людях, и может быть вы еще не как бы. Авали Мишу лухецет. Это עצמו אומר, אני אשמור על ביטחון ישראל ואני אזרוק את כל המאמינים מארץ. Но тот, кто бьет себя в грудь и кричит, я тот, кто даст безопасность Израилю, но я всех верующих в Иешуа повыгоняю. Они у меня посмотрят. Аз зе бая гдола. Это проблема. Ло рак бишвилейну ишит. Не, это проблема не только для нас, личная проблема. Эле концепт рухани шела элухим ба Исраэль. Но это идет против концепции Бога, то, что Он хочет. Ки анахну цуаким. Баруха бабы шем Адонай ле Иешуа лахзо. Потому что мы кричим, добро пожаловать, Баруха ба, во имя благословен грядущий во имя Господня, и приглашаем Иешуа сюда. Авалим ле ю по маминим. Но если здесь не будет верующих, аз леву яхзор. Как он вернется? Ле мия шарим. И кто будет кричать? И что он в ортодоксальный район придет? Ламало. לא, למה לא? אבל קודם מישהו צריך להזמין אותו. אני בודד. כשאני בודד, אדם ממושם יחץ באמריקו. ברזיליו, טיפה ידיש. ברזיליו, там זה много диких обезьян. אתם מבינים על מה אני מדבר? Вы понимаете, о чем я? כשמשה אומר לעם ישראל, когда Моше говорит народу Израиля, אתם נכנסים לארץ, вы заходите в землю, и их духовное состояние, если вы открыты к Духу Божьему, вы тогда влияете, вы избираете правильных людей, которые будут руководить вами. И тогда этот самый эффект арец. Он будет влиять на эту землю. Везе ишпи аль кол аамим. И это повлияет в свою очередь на все народы. Ве им анахну мамшихим ба перек решон шел
Сефер Дварим. Если мы продолжаем в этой первой главе книги чисел, написано здесь так. Пама кодемет Моше омер. Предыдущий раз Моше говорит. Атем шалахтем мираглим. Вы послали разведчиков, соглядатаев. Вехазартем им пахад рав. И вы вернулись с великим страхом. Атем нататем ле пахад. И вы позволили страху. Лишатек амотивация готова шелахем. Обездвижить вас и все ваши добрые намерения, которые могли бы быть, вы просто парализовали. Вы начали говорить злое один о другом. И заставили народ Израиля здесь топтаться 40 лет. אני רוצה לסיום להגיד מילים פשוטים שכבר שמעתם. В заключение я хочу сказать простые слова, которые вы уже слышали. אתה, את, אתם מאמינים בבורא הכל. Вы верующие в того, кто сотворил все. ויש לכם בנו וכפרה שאנשים אפילו לא צופים, לא מבינים גודל. של השחרור שנמסר לך, לך ולך. И у него есть сын, которого он дал в качестве совершенной жертвы. И люди просто не имеют представления о той великой силе, той мощи, которую Бог дал тебе через жертву Иешуа. Анахну мекудашим ло. Мы посвящены ему. Ве кох агдуша азот. И сила этой святости, она может прикасаться к людям вокруг вас, даже без слов. Из-за этого написано, почему ты думаешь, когда ты желаешь развестись с неверующим своим мужем, что... האם את לא יודעת שאת את מקרבת מקדשת אותו רק בחיים הקדושים שלך איתו? Что, может быть, ты приобретешь его для Бога, потому что ты освящаешь его своей святостью. Это кавод Элохим, квар магдиша это элеше мисавивея. И в другом месте написано, что даже молчащая жена, которая освящает своей святостью все вокруг. А за вот это варал коли хад мейтану. То же самое с каждым из нас. Кох, ше Машиах масар лану ахарит кумат мина митим. Сила, которую Бог, Мессия, передал нам и после воскресения из мертвых. И даже если мы только в святости в этой пребываем, не открывая своих уст, мы уже будем привносить эту святость в эту землю. Но если... А если откроем свои уста, זה בדיוק כמו שדוד אמר, יפלו לידיך אלף ולימיניך עשר אלף. Это то будет подобно тому, как Давид говорил, и падут возле себя тысячи и десять тысяч справа от себя десять тысяч. זה אומר, אם אתה תהיה בקדושה ובשקט. Если ты будешь пребывать в святости и спокойствии, в молчании, ты уже способен принести колоссальный плод. Но если ты будешь благовествовать и открывать свои уста, то ты просто пробудишь весь народ. И я должен признать, что, несмотря на это, мы атакованы страхами. И мы открываем свои головы, свой разум для всяких слухов злых и страшных. И мы не храним чистоту наших уст.
אני רוצה לסיים במה שאני רוצה לקרוא לכם מטיטוס. И я хочу прочитать из послания к Титу и закончить этим. Титус, перек шалош. Тита, третья глава. Шмуна псуким аришуним. Первые 8 стихов. Напоминай им повинаться и покоряться начальству и властям. Быть готовыми на всякое доброе дело. Никого не злословить. Быть не сварливыми, но тихими. И оказывать всякую кротость ко всем человекам. Ибо и мы были некогда немыслимы, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злове и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иешуа Машиаха, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными и добрыми к добрым делам. Это хорошо и полезно человеком. Барур!